Если по одной степи усилить темноту, я на всю жизнь остаюсь демоном! Сережа! Сереж! Господи, Сереж! Ты такой страшный! Сереж! Чё творим? Про меня зовут Сэр Джоуни Зибро! Сразу же бери подписаться на мой канал, чтобы понимать Супри Банди! Самый лучший банди на ютубе, банди, ты отбирали мой Супри Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Супри Банди! Самый лучший банди на ютубе, банди! И также под сегодня со мной видео снимает Настя! И Supreme Банда, сегодня у нас просто страшное видео, потому что банда, я купил интернет-зелье демона. Это просто 6 Supreme Банда, одно из самых опасных зелий. За что там одно самое опасное зелье из даркнета? Зелье демона банда. Как вы знаете, второе зелье по опасности, зелье оборотня. И мы его уже пили, банда, вы можете его посмотреть. И в том видео, банда, я пообещал, что если у меня будет 10 тысяч лайков, то я выпью зелье демона. Уже ранее, банда, я пил зелье демона. Но это была всего лишь одна капля. Я тогда смешал все зелья из даркнета, и мне тогда так уже взяло это зелье. Я просто хотел убивать постоянно. А сегодня, банда, я не буду смешать все зелья. Я просто начистую выпью вот это одно зелье, зелье демона. Я не знаю, что будет происходить, банда, но я уверен, что все будет очень страшно. И вы посмотрите, сколько всего нам нужно для этого. Нам нужна веревка, чтобы если вдруг я превратюсь в темноту, то Настя смогла меня сразу же привязать. Так что у нас здесь крест, бита, а еще заклинание, после которого Настя проведет сеанс экзорцизма. То есть с помощью этого заклинания она сможет изгнать из меня демона. Озвучит это заклинание так: о, святые, святейшие, молю вас за помощь в бедствии. Хотя нет, банда, скорее всего, не буду сейчас считать это заклинание, потому что посмотрите, какое оно огромное. Да уже его Настя прочитать в конце. Окей, Supreme Банда, нам нужно теперь же 3 часа ночи, чтобы мы выпили это зелье. Потому что, как мы знаем, банда, все зелья работают только в 3 часа ночи. Что, Supreme Банда, чтобы 3 часа ночи пьем зелье из даркнета, зелье демона, погнали! И да, Supreme Банда, вам не послышалось, я реально сегодня выпью зелье демона. И нам реально все это нужно для того, чтобы использовать это зелье. Потому что я просто потеряю свою голову, мной реально будет управлять сам демон. То есть, банда, я просто перестану контролировать свои действия. Я могу просто взять напасть на Настю или еще на кого-то. Я реально стану бешеным демоном, банда. Именно поэтому я надеюсь, что Настя со мной справится. У нее есть все для этого, также еще на кухне у нас есть святая вода. Поэтому, если вдруг я превращусь в демона и буду творить что-то нормальное, то Настя воспользуется святой водой. А еще, банда, помимо зелья демона, у нас здесь и другие зелья. К примеру, банда, у нас есть полная противоположность зелья демона, это зелье ангела. Вы посмотрите на него, оно полностью белое. А знаете что, банда, если на этом видео будет 10 тысяч лайков, то я выпью зелье ангела. Именно поэтому, банда, не допускайся, ниже ставься царский лак. Если на этом видео будет 10 тысяч лайков, то я выпью зелье ангела. Я думаю, это будет очень интересно, потому что мы не знаем, какой силой владеют ангелы. А видео про зелье ангела мы обязательно об этом узнаем. Именно поэтому, банда, не допускайся, ниже ставься царский лак. И я выпью зелье ангела. А еще, банда, помимо этих двух жестких зелий, у нас есть обычное зелье, зелье зомби. Вы посмотрите, как оно выглядит, как его много. А еще, банда, мы обязательно выпьем это зелье зомби. Я просто хочу вам его показать, как оно жестко выглядит. Оно полностью зеленое, вы это видите? Что, Supreme Банда, в принципе, о новых зельях я вам рассказал. Пришло время теперь использовать зелье демона. Это будет реально очень жестко. Ждем 3 часа ночи, погнали! Окей, банда, у нас практически все готово для того, чтобы пить это зелье. На часах уже 2:59. У нас не все готово, банда, нужно еще кое-что сделать в коридоре. Окей, банда, у нас здесь есть специальный стульчик. Вокруг него нужно нарисовать круг, чтобы если вдруг я превращусь в демона, Настя меня просто это закинула. Я не смог выйти из того круга, так что она еще меня привяжет на всякий случай. Окей, для начала нужно теперь нарисовать круг. Будем рисовать его мылом, потому что мела у нас нету. Окей, Supreme Банда, рисуем круг. Нужно нарисовать его более отчетливо, чтобы было его видно. Хотя этим мылом почти ничего не получается. Окей, Supreme Банда готова. Я нарисовал круг вокруг этого стульчика. О, черт, посмотрите. Теперь из него ни один демон не выйдет, а в него тоже не войдет ни один демон. Окей, Supreme Банда, это очень хорошо, что мы успели его нарисовать. Теперь это мыло я отдам Насте. Потому что если вдруг я сойду с ума и захочу на нее напасть, она сможет вот так вот быстро нарисовать полоску, и все, я уже тогда не смогу на нее больше напасть. Окей, Настя, держи это мыло. Окей, Банда, теперь по идее мы уже полностью готовы пить зелье из даркнета, зелье демона. Если честно, Банда, я очень сильно волнуюсь, потому что это реально опасное зелье. Я просто могу потерять голову. А еще, Банда, самое страшное, это то, что это зелье не перестает работать после 3 ночи. То есть 4 утра я уже не становлюсь обратно нормальным. То есть, банда, если пью зелье демона, то я на всю жизнь остаюсь демоном. Именно поэтому нам нужно то заклинание, которое я вам уже показывал. Именно поэтому у нас и должна провести сеанс экзорцизма. Окей, Supreme Банда, на часах уже 3:07. Самое время пить зелье из даркнета, погнали! Итак, Supreme Банда, все у нас готово для того, чтобы пить зелье демона. Мы реально очень хорошо подготовились к этому зелью. Потому что это реально самое опасное зелье. Не очень-то хочется на всю жизнь остаться демоном. Окей, Supreme Банда, посмотрите, как оно здесь закрыто. Нужно вот так вот просто взять. О, теперь, по идее, мы можем спокойно брать пить зелье демона. Что, Supreme Банда, посмотрите, просто гляньте на это. О, черт, вы это видели? Зелье полностью черное. И вы посмотрите, банда, у нас реально никогда не было таких зелий, чтобы они были обмотаны такой вот веревкой. Даже те два зелья, зелье ангела, зелье зомби тоже обмотаны веревками. Это просто же Supreme Банда, выглядит так мистически, что просто становится не по себе. То, Supreme Банда, пришло мне пить зелье демона из даркнета. Окей, банда, я пью зелье демона. Черт, бух, банда, на ваши глаза пью зелье. Окей, я немного выпил зелье демона. Просто будем мы добавляли
всего лишь, ну, каплю зелья демона, и мне уже просто жестко плющило. Что будет в этом видео, я не знаю, панда, окей. О, черт, панда, как же я сильно волнуюсь. Господи, хоть ничего плохого не было. Окей, панда, я практически готов уже к зелью демона, черт. Окей, Настя, если вдруг я как только буду на тебя начинать нападать, не бойся, бей меня сразу же сбили, чтобы я не успел на тебя напасть, хорошо? Хорошо. Битер, жизнь здесь, так что не забудь про это. Окей, супер, панда, это просто жесть. Я реально уже выпал зелья демона, господи. Что? Сереж? Сережа, Сереж, эй, Сережа. О, черт, Суприм Банда, он потерял сознание, получается, зелье начало действовать. Окей, Суприм Банда, я немного подняла его, чтобы он не лежал на полу. Сережа, Сережа, Сереж, Сереж. О, боже, Суприм Банда, вы это видели? Похоже, он превращается в демона, нужно быстрее перенести его в круг и прочитать заклинание. О, господи, у него черные глаза. Посмотрите, какие они черные. Он полностью превращается в демона. Он так смотрит на меня. Ужас. Сереж, Сереж, ты как? Я думаю, Сережа меня уже не слышит. Там нет Сережи. Что? О, начинается. Сережа. Я посадила его в круг, он не может выйти. Сережа. Сережа, успокойся. Пожалуйста. Он такой страшный. Я никогда не видела демона, Сереж. Настя. Да. Настя. Да, Сереж. Это ты? Нет, это не Сережа. Это я, Настя. Нет, я слышу, это не Сережа. Змей круг. Нет. Змей круг. Нет. Змей круг. А я же говорила, это не Сережа. Сереж, перестань. Сережа! Зачепился в круг. Не может выйти. Он бы точно убил меня, если бы он не в кругу. Иди сюда! Сережа! О боже, какой он страшный! О боже, Сереж, ну перестань! О, хватит уже! Нужно идти брать листок заклинания Михрес! Вот листок, все, бегу, бегу, Сереж, почему они в кругу? Почему на него не действует круг? Боже, там стерто немного. О боже, у него рога. Сереж, Сереж, не подходи. Нет, не подходи, пожалуйста. О, какой ты страшный. Стой, стой. О, боже, волосы, быстро, быстро, вытрись волос. Сереж, ты такой страшный. Сереж. Перестань, пожалуйста. Сереж. Сереж, что с тобой? Боже. О, страшно. Сереж. Сереж, ты как? Сережа, это ты? Точно? Что с тобой, Сереж? Ты был демоном. Сереж. А, не трогай, у тебя там рог был. Это так больно. Что здесь делают рога? Ты их оторвал, наверное, я не знаю. Я вышла, у тебя уже кровь. Чё? Что с моей рукой? В крови. Господи. Не трогай. Сереж, это ты? Да, я. Точно, Сереж? Я клянусь тебе, это я, Настя, не демон. Чёрт, как голова болит. У тебя даже рога пропали. Они вот лежат. Чёрт. Если бы я был демоном, врага бы все еще были во мне. Посмотри, она полностью в крови. Настя, это видишь? Да, вижу. И рана Черт. Пропала. Да, это я, Настя. Честно, если бы я был демоном, все еще были во мне. Или же рана осталась. Я, это я. Может, на всякий случай прочитаем? Да не нужно. Все хорошо, Настя. Не надо. У меня пускай будет. И как хочешь. Это реально я, Настя. Черт, Суприпанда, вы это видите? Это реально были рога, Панда. Это просто жесть. Ай, как голова болит, Настя. Пойдем сядем, Настя. Уже мне немного легче. Это просто жесть, Панда. Ты чувствовал, когда был демоном? Не знаю, я просто как будто потерял голову. Я как будто сам собой даже не управлял. Мы как будто управлял тот демон, который был во мне. Черт, это просто жесть. Я не знаю, что вообще происходило. Черт, я не знаю, почему так сильно голова болит. Все еще как будто. Почему ты такой бледный? Не знаю. Все еще болит. Что ты сделал, Сереж? Не знаю, у меня просто все болит, я не знаю. Не знаю, почему-то мне сейчас так легче стало. Сереж,
Серёж, мне как-то страшно. Нет, перестань, все нормально, это уже реально я. Демон вышел из меня, честно. Точно? Да. О, я уже так спать хочу. Закачаем видео, Настя. Ну, хорошо. Окей, супербанда. На это все. Вот комеди. Настя. Серёж, супербанда. Он еще не вышел, демон, нужно его связать и выгнать из него демона. Так, нужно найти листочек с заклинанием. А где же он? Серёжа! О боже, листок! Так, я нашла листок, нужно его теперь связать. Окей, супербанда, я его связала, он все еще смотрит на меня. Серёж, так, ладно, буду начинать читать. О святые святых, молю вас о помощи в бедствии, где сын ваш лукавый. Да, я прочитала. Это просто жесть, Настя. Я это был демоном. Да, я видела. Черт. Я такой страшный был. Я знаю. Окей, супербанд, это просто жесть. Я реально вскрыто вернулся, Настя, ты молодец. Я так рада. Да. О, черт, банда. Мне реально повезло. Иди в комнату. Хорошо. Черт, банда, мне реально повезло. Я реально вернулся назад. Окей, Настя, ну что там? Окей, под это жесть, я все-таки превратился назад человека. Настя прочитала заклинание, теперь я обычный. Настя, расскажи, как было? Ты был похож на настоящего демона, раскидывал там все. Я читала заклинание, и ты так кричал, мне было очень страшно. Но ты молодец, ты все-таки смогла меня освободить от этой силы. Окей, супербанда, сила реально жестко, но реально опасно, вы сами это видели. Если бы что-то пошло не так, я бы просто мог убить Настю. Хорошо, что мы хорошо подготовились к этому видео. Но вы помните, банда, 10 тысяч лайков, и я без зелья ангела. А мне кажется, это полная противоположность этого зелья, то есть я буду хорош. И супербанда, вот комменты за прошлого видео. Господи, видишь, какие шикарно. Просто напиши комментарии, бро. Знаешь, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, то всего лишь тебе нужно это опуститься ниже, нажать свой лайк, колокольчик и все, бро. Ты уже следующее видео. Вот такой вот просто коммент ко мне видео, лайк, колокольчик, комменты уже мое видео, бро. И знаешь, что не забывай, оставайся таким шикарным. Пока!